это цвета неба. Огромное и синее, а лето цвета солнца, золотом расшитое. Певец Юрий Шатунов давно превратился из бедного сироты в миллионера, поэтому и клипы снимает с голливудским размахом. Съемки в Монако, в отеле «Де Пари», один из самых дорогих отелей. Шикарные виды Монте-Карло, дорогие яхты и автомобили. Съемки видео на песню «Лето цвета неба» обошлись исполнителю в 400 тысяч долларов. Только в программе «Светская хроника» вы узнаете, откуда у звезды 80-х такие деньги. Когда-то именно эта песня взорвала все хит-парады на радио и ТВ. Один припев, и простого парня из Оренбургской области хотели видеть на всех площадках страны. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сразу взял талант Шатунова в оборот. В год группа давала 2500 концертов. Разин вспоминает, денег было столько, что их приходилось хранить в огромных сумках. Высыпал все эти деньги. Вот такой слой оказался этих денег. Что рубли, пятерки, трешки. Ну, миллион рублей, можете представить. Только денег солист культовой группы в руки никогда не получал. Все гонорары Разин перечислял на личный сберегательный счет артиста. И однажды Шатунов поднял бунт. Он потребовал, чтобы ему заплатили все деньги, которые он должен. Ему заплатили. Дали сумку. Или две. Сказали, вот твои деньги. Но только сам будешь их возить. Приехали в следующий город, еще дали две сумки. Потом еще дали две сумки. И он заплакал, сказал, забирайте, мне ничего не надо. Но настоящий мятеж Шатунов затеял уже после того, как покинул коллектив. Экс-солист «Ласкового мая» однажды захотел получить все свои деньги за работу в группе. Продюсер без проблем выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Более того, Разин разрешил Шатунову абсолютно бесплатно исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Вот сейчас Юра Шатунов выходит и поет песни. Никто его не трогает, никто у него ничего не просит, никто у него ничего не вымогает. Он выходит и концерты работает. Чем артисты пользуются? Старые хиты Шатунов поет наравне с новыми песнями. Гонорары за выступления у Юрия по-прежнему высокие. Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар. Уровня, в общем, тоже востребованы хороших артистов. Есть некоторые артисты на нашей эстраде, которые, знаете, что называется, за скобками. А народная к ним любовь, она не зависит от каких-то новых песен или от каких-то новых участий в каких-то проектах телевизионных. Вот Юра Шатунов один из них. Потом говорит, вот я хочу там 3 месяца в году поездить. Окей, поехали. Правда, Шатунов дает не больше 40 концертов в год. Состояние, которое он заработал во времена «Ласкового мая», позволяет Юрию ни в чем себе не отказывать. Каким бизнесом занимаетесь вы и ваша семья? И насколько успешно? В бизнесом моей семье не занимается никто. Только творчеством. Только творчеством. Потому что у супруги есть свои обязанности, это даже не бизнес, это ее материнские обязанности, она заведет семью, а я занимаюсь творчеством. Вот, в принципе, весь бизнес. Сейчас артист вместе с женой Светланой живет в Мюнхене. У Шатунова 2 детей – сын Денис и дочь Стелла. Юрий отмечает, он настоящий домосед. Это чисто человеческие критерии, чисто человеческие убеждения и лично мои. С Разиным, который стал крестным отцом Дениса, у Шатунова сохранились теплые отношения. Певец и продюсер даже организовали новый совместный проект. Мы с Юрой Шатуновым приступаем к съемкам художественного фильма «Ласковый май. Продолжение». То, что было тогда, конечно, было тогда. И я не хочу жить тогда. Я хочу жить настоящим и будущим, а не прошлым. И если я меняюсь, то только вперед. Только в лучшую сторону.
Но, несмотря на это, Шатунов не прочь окунуться в ностальгию, ведь за нее отлично платят.